ранее в сериале. Никто не хочет издавать твою книгу. Хуяси облом, Чарли, мне бы не помешали денежки на плюшки. Ранкл, прекращай дрочить. Хэнк Муди, Сью Калини. Отец Бекки, верно? Опаньки. Мама Челси. А мы как раз о тебе говорили. Можно я пойду к Челси? Приходите на ужин. Хэнк Муди, познакомься с писателем Ричардом Бейтсом. Он будет у нас преподавать. Горячий поклонник, выпьем. 10 лет трезвости коту под хвост. Ёбаный в рот. Я не могу оплачивать аренду и ипотеку одновременно. Я снова перееду в дом. Это противозаконно. Он имеет полное право. О, да! И ты декан этого изысканного заведения, где учат литературе, верно? Кто хочет увидеть, как я танцую, спрятав его между ног? Давай найдем твою одежду. А что с Бейтсом? Он сможет преподавать? Из реабилитационного центра? Сомневаюсь. Ты случайно не знаешь другого плохого парня, которого бы интересовала преподавательская деятельность? Шоу-тайм представляет.